Место для обсуждения и дискуссии в Одессе открыли The Hub. И хотя название ассоциируется с конкретной политической силой, здесь обещают воздерживаться от агитации. В пространстве на Ришельевской будут проводить лекции на наболевшие для Одессы темы. В частности, первое касается вопросов образования. Кроме того, горожане смогут организовывать здесь и свои встречи. Для этого нужно связаться с администратором The Hub в Фейсбуке. В каждом событии указаны условия участия. В любом случае мы будем просить от участников регистрации соблюдения карантинных правил. Это ношение маски, это санитайзер, температурный скрининг. Все остальное, каких-либо там политических, либо еще каких-то ограничений у нас нет.